Устанавливаем TikTok на ПК. Я в поисковой строке набираю через микрофончик. Вы можете набрать словами, что кому как удобней. Вот нажимаем на микрофончик и говорим расширение Google Chrome. Заходим сюда. Интернет-магазин Chrome. Пишем по-английски TikTok. И открываются вот такие программули. Я скачаю сразу две. Вот нажимаем на эту. Нажимаем установить. Вот разрешить. Вот программка установлена. Вот здесь программка пишется установлена. Эта программка самая простая и быстро для просмотра. Без регистрации можно смотреть. Таким же способом скачу вторую программку. Открываем страничку Google. TikTok. Вот открывается вот такая страничка. Нажимаем вот здесь TikTok. Вот появляется. Нажимаем смотреть. Появляется вот такая. Здесь нажимаем на крестик. Довольно брови. Похоже на тучку. Каждый день уже когда будем открывать второй раз, просто нажимаем смотреть, и все будет открываться. Вот, заходим. Опять. Нажимаем смотреть. Fendi, Fendi. Gucci, Gucci. Есть еще один способ, как можно открыть TikTok. Вот мы скачали приложение. Вот здесь вот такая находится расширение. Нажимаем на нее. Смотрим TikTok, вот которые две программки мы скачали. Вот нажимаем на эту программулю. У нас сразу же открывается TikTok. Вот. Нажимаем запустить на стрелочку, нажимаем и смотрим TikTok. Также зажимаем кнопку мыши и мотаем вверх. 1956 года у моей подруги. Девушка, оденьте, пожалуйста, маску. Ты что, не видишь? Вторая программуля более сложная. Вот сейчас. Опять в расширение заходим, нажимаем на эту программку. Вот нажимаем сюда. Открывается вот такая страничка TikTok. Здесь нужна регистрация. Ну и все такое. Она более такая расширенная. Вот здесь в углу выбираем язык. Вот нажимаем вот здесь в уголке язык. Выбираем русский. Вот, вот перевод всей страницы. Тут нажимаем вход. И у кого есть желание, можете зарегистрироваться. Вот здесь можно через контакт, да, через Facebook. Выбирайте сами, какая программка удобней. Регистрируйтесь, набирайте подписчиков, зарабатывайте бабло. И кому не трудно, поставьте палец вверх.